Это только на первый взгляд кажется, что зимой фестивальный как будто спит. На самом деле работа здесь не прекращается круглый год. Зал активно готовится к сезону концертов. Рабочие ремонтируют проводку, крышу приводят в порядок, кресла штукатурят. Концертный зал – это единственная видимая зрителю часть большого семиэтажного здания, которое требует постоянного ухода. Все работы нужно успеть до 1 мая, рассказывает новый директор фестивального Андрей Безруднов. В этом году сезон здесь откроют раньше обычного. На май уже запланировано 3 концерта. Сегодня в полной уже мере идет подготовка к курортному сезону, к летнему сезону. Уже процентов на 30-40 составлен график артистов. Появилось большое количество в период постолимпийского наследия других залов, но все равно концертный зал фестиваля, он пропитан вот этой аурой летнего отдыха, и до сих пор у каждого гостя нашего города есть добрая традиция во время отпуска хоть один раз посетить один из любимых концертов. Концертный зал фестивальный был открыт в 1979 году. Сегодня это визитная карточка курорта. В июле зал отпразднует юбилей – 40 лет. К круглой дате фестивальный готовит подарки своим зрителям. У нового руководства много планов по развитию площадки. В частности, проводить больше массовых мероприятий, в том числе возродить популярный в советское время фестиваль «Красная гвоздика».